Охранять границы своей родины – это миссия, которую мужественно и ответственно выполняют пограничники. Но в сердце у каждого из них есть то, что не имеет границ. Это память о том, какой ценой досталась победа нашим предкам. Вот уже в третий раз на святой земле Брестской крепости в рамках патриотической акции «Боевой расчет» защитников рубежей из нескольких стран собрала диалоговая площадка «Память без границ». Мы проводим как раз это мероприятие с нашими курсантами первого курса. И очень уникально, это у нас впервые уже, конечно, за очень-очень много лет не приезжали к нам учебные заведения с наших стран СНГ. И вот к нам приезжают именно учебные заведения Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана. И именно приезжают офицеры вместе с курсантами. Мария Шудловская – одна из тех, кто представляет молодое поколение на диалоговой площадке. На мероприятии она принесла с собой сборник «История моей семьи, моей страны». В нем есть рассказы и о ее героических прадедах, участниках Великой Отечественной войны. Выпуск издания стал возможным благодаря совместной исследовательской работе курсантов пограничной службы Республики Беларусь. Курсанты до начала исследования не знали о том, что в их роду есть герои Советского Союза, знатные военачальники. И нами далее была предложена идея создать сборник, где мы соберем все истории наших курсантов в одну книгу. Была собрана инициативная группа из 6 курсантов, которую можно фактически назвать волонтерами. Кто-то собирал информацию у курсантов, общался, кто-то искал дополнительную информацию в электронных архивах, а кто-то уже последние собирали цельное повествование уже на основании собранной информации. На диалоговой площадке много говорили о величайшем подвиге советского народа, цене и ценности мира, о попытках исказить историческую правду и о том, как важно ее сохранить и передать будущим поколениям. Очень трогательное мероприятие, которое заставляет задуматься, насколько еще раз важно обратиться к тем страницам истории обороны Брестской крепости и, в первую очередь, охраны или защиты нашей границы в июне 41 года. Это возможность еще раз поговорить о важности и патриотического воспитания, о важности дружбы. Эти мероприятия для того, чтобы объединить наших всех пограничников и привести всех единому целому и единому варианту защиты и охраны государственной границы. Как майор Гаврилов, как рядовые солдаты, как сержанты, они как охраняли, как защитили Брестскую крепость. Подобные мероприятия продолжатся, ведь они не только служат площадкой для патриотического воспитания молодежи, но и позволяют общаться единомышленникам из разных стран тепло и открыто, передавая друг другу свой накопленный опыт.